Итак, вяжем 29 ряд. 29 ряд – это ряд, в котором мы будем делать убавки. Убавлять будем одну изнаночную петельку. Итак, вяжем по схеме. 29 ряд по схеме. 2 вместе лицевой вправо, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо. Вот эту изнаночную мы сейчас провяжем вместе вот с этой лицевой. Вот с этой. У нас здесь будет 2 вместе лицевой. Значит, мы провяжем 3 вместе лицевой. 3 вместе лицевой. Итак, у нас 31 ряд. 31 ряд у нас по схеме не получится вязать, поэтому мы повторим 29 ряд. А в 29 ряду мы вязали 2 вместе лицевой вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Далее у нас идет вторая часть раппорта, которая представляет собой сеточку такую, и мы вяжем накид. Две, вот здесь у нас получилось, так, сейчас разберемся, вот так вот. Накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, накид. 2 вместе вправо. И начинается следующая часть, другая часть раппорта. Это у нас уже другой раппорт. Опять 2 вместе влево, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо. Итак, в настоящее время наш раппорт состоит из 12 петель. Вот 6 петель. Так, 2, 4, 6. 6 петель у нас составляют наши листики. И вот отсюда до сих пор 6 петель составляет вот эта вот сеточка. Итак, 31 ряд провязываем до конца, 32 четный по рисунку. И с первого ряда, напомню, с первого ряда, вот у нас заканчивается наш рисунок, а с первого ряда у нас изменения в раппорте. То есть там, где у нас были листочки, будут сеточка. И наоборот. Итак, друзья, мы провяжем с вами в первый ряд. После 32 у нас начинается первый ряд. Напоминаю, что у нас сейчас раппорт составляет 12 петель. То есть 6 петель – это у нас листочки. Значит, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это вот листочки, вот они, вот они. А вот от сих пор и вот до сих пор 6 петель. Это вот такая сеточка. И сейчас мы меняем местами вот эту сеточку сюда, листочки сюда. И вот, напоминаю, у нас схема. Как выглядит наша схема? Вы помните? Так, 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 так. Вот сейчас. Вот так. Нет, вот нет, вот так. Значит, вы помните, что мы вот здесь вот очертили полосу, то есть убрали в тех рядах. Здесь убрали мы по одной петле, и здесь мы убрали по одной петле. И поэтому мы сейчас начинаем. С первого ряда мы начинаем накид, 2 влево, накид, 2 влево, накид. Лицевая. Значит, у нас будет 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эту, ну, изнаночную мы убрали, ее у нас нет. Здесь мы тоже начинаем. Вот у нас первая петля, вот она. Лицевая, лицевая, 2 влево, лицевая, лицевая, лицевая. То есть здесь 6 и здесь 6. Итак, провяжем. Накид.
2 вместе влево, поменяем дужками. Накид. 2 вместе влево. Накид. Лицевая. Вот. Вот наших 6 петель. 2, 4, 6. Лицевая. Значит, следующий ряд у нас начинается 2 лицевые. 2 вместе влево. Меняем дужками. 2 вместе влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот закончился наш раппорт. Ну, еще один раппорт провяжу. Вот где листочки, мы меняем на сеточку, как я говорю. Накид. 2 вместе влево. Накид. 2 вместе влево. Накид. Лицевая. Дальше. 2 лицевые. 2 вместе влево. 3 лицевые. Вот конец раппорта. И вот начинается новый раппорт. Итак, друзья, у нас третий ряд. Вот третий ряд. Это ряд убавок. Поэтому я еще раз очерчу одну такую вот черту, чтобы было понятно, как, где у нас убавочки. Итак, вот мы вот эти накиды в третьем у нас убавочка, потом в девятом убавочка. Мы эти накиды не провязываем. Чуть позже мы перейдем в убавки, к убавкам вот в этой стороне нашего раппорта. Вот в этой стороне. Но сейчас, в данный конкретный момент, вот мы отделяем отсюда вот эти вот накиды. Итак, сейчас у нас будет на этой стороне раппорта 5 петель, на этой стороне раппорта 6 петель. Вот этой изнаночной у нас уже нет. Так, я думаю, вы помните. Итак, сейчас провяжем. Да, если вдруг кому-то может быть непонятно что-то, то вы можете вот здесь между раппортами, так, вот наш раппорт, повесить маркер. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот наш раппорт составляет вот эти сейчас 12 петель. Будет у нас 11. Итак, я покажу, как я буду провязывать третий ряд. 2 вместе влево. Меняем дужками. Накид. 2 вместе влево, накид. И еще раз 2 вместе влево. Далее у нас по нашему узору накид, 2 лицевые, 2 вместе влево. И 2 лицевые. Вот мы провязали наш раппорт от сих пор до сих пор. Вот наш раппорт. Давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель у нас. То есть наш раппорт сейчас составляет 11 петель. Вот. Я думаю, вам понятно. Второй ряд, значит, четвертый ряд провязывайте самостоятельно и придерживайтесь вот этой схемы. То есть основное у нас, что мы вот здесь накида не провязываем, а здесь мы вяжем на 6 петлях. То есть вот эти вот изменения, где у нас накиды, где у нас 2 вместе, вот вяжем вот согласно нашей схеме. И встретимся с вами в девятом ряду, когда будем делать очередную убавочку. У нас сейчас будет убавочка в девятом ряду. И я хочу вам показать, что у нас будут изменения вот в нашей схеме. Мы вот так вот очертим еще одну петельку.
Вот. Сначала мы одну петлю убрали. В данный момент у нас вот здесь, с этой стороны, у нас 5 петель, с этой стороны 6. И сейчас у нас убавка в 9 ряду. Мы будем убавочку сделать здесь, как я говорю, в этой стороне, где у нас листья. Вы помните, что вот этой изнаночной нет, этой изнаночной нет. У нас общий такой рисунок, который составляет в данный момент 11 петель. Но когда мы здесь уберем, у нас будет 10. Здесь 5 и здесь 5. Итак, вот наш 9 ряд. Значит, вот наш 9 ряд. Эту петлю убираем. Соответственно, здесь накида у нас нет. И мы вяжем. Лицевая 2 вместе, 3 лицевых. Итак, 9 ряд у нас. Так, вот наш маркерочек. На эту сторону бросим. Вот так вот. Итак, мы начинаем лицевая. Накид. 2 вместе влево. Накид. 2 вместе влево. Мы провязали 5 петель, половину нашего раппорта. 1, 2, 3, 4, 5. Далее. Вот у нас здесь 6 петель. Мы возьмем просто 2 вместе изнаночной, и у нас здесь останется 5 петель. Итак, провязываем лицевая, 2 вместе влево, три лицевых. Конец раппорта. Итак, у нас здесь в данный момент 10 петель. Так, покажу. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Вот в данный момент у нас раппорт вот такой. Давайте еще раз провяжем. Вяжем сейчас на рукаве. У нас начало раппорта на рукаве. Итак. Как я уже говорила, если кому-то трудно, можете повесить маркер, чтобы вам разобраться можно было. Лицевая. Накид. 2 вместе влево. Накид. 2 вместе влево. Дальше. Лицевая. 2 вместе влево. 3 лицевых. Итак, у нас очередное включение. После 9 рядов я провязала 10 ряд. И вот как в настоящее время выглядит наш рисунок. Вот. Вот таким образом. И теперь у нас, начиная с 11 ряда, мы будем вязать другим узором. И я сейчас покажу, как. И тоже у нас следующая убавка будет, конечно, в 15-м, как я и говорила ранее. Но мы начнем вязать... С 11 ряда будем, у нас изменения будут в узоре. Будем вязать так. Будем вязать все петли без убавочек. Убавки в 15-м. Все петли будем вязать изнаночными. Это 11 ряд. Вот все изнаночными. 12 ряд будем вязать все лицевые. Лицевые петли. Потом опять изнаночные и лицевые. И встретимся с вами в 15 ряду, когда мы просто будем брать по 2 вместе в определенной последовательности. 15 ряд у нас, к 15 ряду у меня на моих петлях у меня всего 210 петель. Поскольку мы за каждую убавку убавляем 21 петлю, то 210 разделить на 21 получается 10. Иными словами, после 9 петель 10-ю, 11-ю убавляем. Опять 9 провязали, 10-ю, 11-ю убавляем. Ну, я понимаю так, что у нас получится убавочка 21 петля. Ну и чередуем ряды. Значит... Я вот составила здесь такую шпаргалку. Если у нас изнаночный, это
15 изнаночные, 16 лицевые, 17 изнаночные, 18 лицевые, 19 изнаночные, 20 лицевые. В 21 ряду мы встретимся и сделаем предпоследнюю убавку. Ну и хочу напомнить, что когда я высчитывала, я ориентировочно посчитала, что мне должно на список для горловины остаться 145 петель. Если вы высчитали и у вас другие цифры, то вы можете вот 21 ряд убавка, потом в 27 еще убавить через 6. А можете и убавить раньше. Это дело каждого. Вот, поэтому вот. Ну и вот берем по 2 вместе. Вот, провязываем. Вот, 2 вместе. Вот, 15 ряд изнаночные. 2 вместе. Раз. И потом пошли вязать наши изнаночные, как обычно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, еще раз. 2, 4, 6, 9. И 10-ю, 11-ю провязываем 2 вместе. Вот. И встречаемся с вами в 21 ряду. До следующего включения. И у нас вот в данный момент наше вязание выглядит вот как. Вот как, смотрите. То есть, ну вот, вот так можно даже. Вот наши все. Вот это у нас без убавок. Вот здесь вот у нас ряды идут с убавками, а потом вот я уже вяжу, чередуя лицевые, лицевую и изнаночную гладь. Итак, до следующего включения. Итак, друзья, у нас очередное включение. Вот что у нас получается, покажу. Это у нас рукавчик. Вот что у нас получается. Вот такая у нас как бы отделка идет на горловине у нас. Вот. И у нас сейчас 21 ряд. Хочу сказать, что сейчас у меня на спицах 189 петель. Значит, было 210 минус 21, 189. Если у вас там плюс-минус одна петля, роли не играет. В такой вот, ну, в такой вот вязке тут можно взять 2 вместе без проблем, и все будет нормально. Значит, теперь мы убавляем, тоже делаем убавочки. Нам нужно убрать 21 петлю, мы провязываем. 8 провязываем, 9-ю, 10-ю убавляем. И у нас сейчас изнаночный ряд, 21-й. Вот, 1. Так, мы здесь сразу 2 вместе сделаем, вот здесь. И дальше 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 вместе и так далее. И я рекомендую померить. Если вам достаточно, вы можете потом закрывать самостоятельно. Я еще буду провязывать. Встретимся в 27 ряду, и я в 27 буду менять спицы на спицы меньшего размера. Вот эта тройка я буду менять на 2,5. И 27 ряд тоже будет ряд убавок. Встретимся с вами в 27 ряду. Итак, друзья, у нас 27 заключительный ряд. Заключительный по убавкам. У нас последняя убавка. После этого, конечно, нужно примерить. Если хорошо, будем закрывать. Если же нет, то провяжем еще несколько рядов. Итак, вводим спицы меньшего размера. Вот это 2,5. 2,5 миллиметра. И делаем убавочку сразу. А, убавка у нас 7 петель провязываем, 8, 9, 2 вместе. Итак, вот одна убавочка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот на этих меньших спицах вот 7 провязали, 8, 9, 2 вместе. И так далее. Потом примерим и посмотрим, достаточно или нет. И до следующего включения. Итак, друзья, я провязала 27 рядов, сделала последнюю убавочку и поменяла спицы на спицы меньшего диаметра. Вот эти спицы 2,5 миллиметра. И я померила, и я считаю, что мне уже достаточно.
Несмотря на то, что у меня в результате всех убавок на спицах получилось 149 петель, а не 143, как мне нужно было, я не стала делать больше убавок по той простой причине, что ведь вот как тут показать, ну, может быть, ну, так не видно, может быть. Убавки, они должны быть равномерно, равномерно. Вот они видны, если, конечно, посмотреть. И если где-то, ну, вот эти 6 петель мне где-то убавить, вот еще раз привязать, ну, я не знаю, может быть, будет заметно или... Но мне, во всяком случае, не нужно, я больше вязать не буду. И тем более мы будем сейчас с вами закрывать исландским методом закрытия, способом закрытия петель. И нам для этого нужна обязательно вот такая платочная вязка. Иначе у нас ничего не получится. Итак, начинаем. Закрываем петли. Вводим спицу вот в эту вторую спицу, во вторую петлю. Вот так вот подцепляем ее. И провязываем лицевой. Эту петлю снимаем со спицу, эту возвращаем. Еще раз. Вводим спицу вот так, вот ввели. Подцепили вторую петельку. Провязали ее лицевой. И сняли со спицы. Эту же петлю мы надели обратно. Еще раз покажу. Вводим спицу вот так. Вот у нас две петли. Вот в эту, во вторую заходим. Провязываем, подцепили, провязываем ее лицевой. Снимаем со спицы, ну, слегка подтягиваем, не сильно. И надеваем опять на спицу. Итак, вот у нас получается, вот вначале была чуть-чуть похожа на косичку, вот уже дальше не совсем похожа на косичку, это вот совершенно другой край. Итак, друзья, у нас очередное включение. Мы закончили закрывать горловину. Я думаю, что у вас получилось хорошо, вот таким вот рубчиком. И хочу сказать несколько слов по поводу рукавчика. Вот давайте посмотрим на рукавчик. Я еще, ну я уже провязывать не буду, мастер-класс делать. Я объясню, как я сделала еще рукавчик. Я здесь набрала вот крючком по кромке, вот по краю, вот так вот, за две дужки. Вот покажу. За две дужки. Набираем по краю петли, по кругу всего рукава и провязываем. Провязываем. Один ряд изнаночные, второй ряд лицевые. Так, вот так, может, лучше видно будет. Так. Третий ряд изнаночные, всего три ряда. В четвертом ряду закрываем таким же оригинальным узором, как мы закрывали вот здесь горловинку. То есть у нас получается, в общем, так, я вот сейчас вот так рукавчик положу. На горловине у нас более широкое количество вот такой вот лицевой и изнаночной глади. А на рукавчике у нас всего три ряда я сделала. Ну, я сделала так, на мой вкус. Мне захотелось, чтобы здесь было всего три маленьких таких рядочка. И, насколько я знаю, чем меньше вот по краю делается вот таких вот, провязываются такой вот лицевой гладью, ну, поперемешку, попеременно, изнаночная, лицевая, изнаночная, то сохраняется вот этот вот красивый изгиб, вот который мне очень нравится. Итак, вот на этом я считаю свой попетельный, подробный мастер-класс, я считаю законченным. И... хочу сказать, друзья, вот я так положу в кадре, вот свое вязание. Друзья, кому понравился мой мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайки или дизлайки, напишите комментарии и не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующее видео. Всем гостям канала я рада. Заходите, подписывайтесь. И до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.